Чё? Не, ну это теранские выходки, конечно, нормальные. Чувак, это не так делается. Надо типа нажать и быстро отжать. Ну ладно. Знаете, как он еще ждет. Слушай, как кажется. Ну, все посмотрим, в чем был его план. Что пока не очень понятно, конечно. В чем заключается его секретная тактика. Но я думаю, мы отомстим. Это жестко. То есть, ну, мне кажется, это жестко и подло с его стороны просто вот так вот вообще играть. Даже пытаться. То есть даже пытаться, я считаю, это жесть просто. И месть будет страшна. Когда запрутся, когда Терана и Зерга в мастер выведу, буду за всех играть периодически. Не-не-не, никакого шпиля. Чисто месть. Он же не строил боевых юнитов, чтобы меня убить. Это будет траш тремя равагерами? Не угадал. А зачем я их снимаю? Пускай добывают. Это будет кровь за кровь. Почему я не смогу его рабами зарезать? Я в курсе его грязных трюков, я понимаю, что он может там взять, улететь. Квина пускай остается. Ну все, начинается. Пошла жарень. Ух. Все, в макро поигрались. Кстати, где рабочие? Что
что ты тут строишь? Собрался сейчас с Мариком микрить, смотрите. Ну, на цеху у меня есть опция. Он что, на разы со мной захотел? Собрался недос запилить? Перехват! Смотрите, сейчас что построим. Бесконечный двигатель. Это огнище просто. Сейчас еще один поставлю. Сколько он там стоит? Добывайте больше. Смотрите, короче, вот так, вот так, вот так. Сейчас пойдет. Вот это огнище. Смотрите, оба. А, с этого не надо выгружаться никуда. Не, ладно, это не так, наверное, работает. Давай. Это огнище просто. Ну, два муталя сейчас порешает просто все вопросы. А если вот так поставить Нидус? Смотрите, какой бесконечный двигатель можно сделать. Хоровод вокруг ЦЦ, да, кстати, нормально. Ну не в этой. А, о. Я думаю, где-то тут неудачно эта цепочка. Их бы пополнее загрузить, кстати. Эпичная фигня получается. Че он там? Так, ладно. Работайте, а то вдруг он там сейчас батлкрузером каким-то летит. Не, ладно.